Сегодня в Баку между Европейским банком реконструкции и развития и компанией Азмеку состоялась церемония подписания кредитного соглашения на сумму 120 миллионов долларов, а также протокола намерений о строительстве на территории 25 ГА в Городахском районе завода по производству метанола, а также 5 заводов по производству промежуточных газов. Председатель правления Азмеку Низами Периев сообщил, что общая стоимость 6 заводов составит 1,1 миллиарда долларов. Все заводы планируется сдать в эксплуатацию до 2013 года. Европейский банк реконструкции и развития выделит 33% средств, остальное – другие банки. Стоимость завода по производству метанола составляет 300 миллионов долларов, второго завода – 400 миллионов долларов, третьего – 250 миллионов долларов, четвертого – 30 миллионов долларов, пятого – 100 миллионов долларов, шестого – 30 миллионов долларов. Выступивший на церемонии подписания бывший британский премьер Тони Блэр охарактеризовал данное соглашение как показатель доверия к Азербайджану, международных организаций и ряда стран. По его словам, за счет строительства заводов Азербайджан сможет предложить Европе несколько видов энергии. АПЭ Экономикс.